иначе это все останется. А вот на Ютубе вы можете сейчас посмотреть. Там вот как там Александр или как? Они мне по проему. Как купе 2000? Как купе 2000? В Яндексе набирайте. А в шкаф купе 2000? Да. Я Александр набираю. Нет, ну можно же Юлевич набрать. Так, через тире или как? Шкаф купе. Да как-то выгоден Google, он вас поймет. Нет, ну я набрал шкаф купе. Вот шкаф купе 2000. Просто он 2000 еще не высветил. На заказ высветил. 2000. Шкаф купе? Что там? Не 200, а 2000. Нет, да понятно, вот он нашел 2000. Вот он. ГРН или что? Нет, мирный номинал. Yes. Вот этот? Да. Я шкаф купе 2000. Категория видео, у меня на видео все снимается. Вот они все, вот все ваши шкафы, вот которые с такого величины проема. Да, вот они стандартные. Вот, ну, я вот даже 60 оставил вот даже в этом. Смотрите, вы что хотите внутри, я вам что предлагаю. Значит, у вас один отсек будет с полочками, а второй с перекладиной. Да. Логично? Ну, если вам не трудно, можно я чуть-чуть? Пожалуйста, пожалуйста, мы проектируем. Да. Так, мы бы, конечно, хотели, чтобы вот здесь была чуть-чуть продолжить. Да, рисуем. Смелее. Ну, 4 полочки. 3. А, то, да, вверх-вниз и... Вверх-вниз вам не надо. Вот вы опять же, я же вам говорю. Да. У меня все, вот вам лень это посмотреть? Мы еще не то, что лень, мы еще не смотрели. Просто. Нет, я и говорю. Сейчас прям мы видим. Делается 3 полочки. 1. 2, я это схематично рисую. 3. Ага. Вот. Они все функциональные. Тут я декоративные полки, как вы тут рисуете, а я их не делаю. Это как бы. Ну просто я просто знаю, это дилетанты вот так делают. Я так не делаю. Задняя вот. Полка не будет вот здесь. Пожалуйста, давай. Давайте эти сделаем. Да. Я потому я что экономлю. На заднюю полку перенесу этот плафон. У меня там такой. Я понял. Провода. Это просто из экономии можно его не делать. Потому что обои у вас красивые. Вы понимаете, что? Как бы двойная стенка получится. Ну, а это просто лишнее. Это. Смотри, вот 3 полочки, здесь у вас будут. Ну, они посередине будут, одинаковое расстояние, да? Нет, они для функциональных. Вот они только для человека. Вот рука, первая полка, вот рука, вторая полка, и вот глаза, третья полка. Ключи, документы, телефоны, все у вас вот перед глазами. И все вы можете пользоваться. Да, вот да. Та полка, которую вы там... Супругу приглашу. Нарисовали, она вам ни к чему. Нет, я-то полки там найму. Вот круглые полочки, вот он ваш шкаф. Включай. Вот и смотри, вот он ваш шкаф. Это интернет не прятан на звук. Нет, его поставил. Вот ваш шкаф. А, прокручивается. Да, это для учеников как-то это устанавливать. Иди, да, пожалуйста. Да. Да, ну так. Онлайн, мы там придет себя работать. А онлайн это где? Контакты можете найти. Вот подписаться можете на мой канал. Вы сюда нажмете, подпишитесь, и будет свежая информация. Всегда включайте. Вот ваши крупные полосы. Смотри, как они будут делать. Человек просто говорит, что обои у вас красивые, не вижу смысла заднюю полку делать. Да, обои да, красивые. Да. 3 полки функционируют. То есть вот так вот, середина уровня. Не надо вот там быть такого, вы туда ничего не поставите. Согласны? Ну, 3 полочки делить на разные, на равные расстояния между ними. Да, да. Слишком низко не надо. Ну, потому что сейчас тут будет показывать полочки. Потому что я. Это вот смотри, эти полочки округленные. Вот, да. Вот. Ну да, да. Больше им не надо. Сейчас. Она пристегнута. Нет, вот они, смотри, видишь, три полочки? Вот они, все. Телефон, бумажник и ключи. Никаких лишних полок нет. Телефон, бумажник и ключи. Достаточно так будет. Ну, да. Ну только, я так понимаю, до наличника они будут, да? Ну да, пожалуйста, как-то проектируем. Да, чтобы не было этого расстояния. Пожалуйста, это не для тебя. Принципиально то, что мы не делаем ничего лишнего. Все, лишнего не будет. Я согласен. Все, вот все, логично. Верхняя полка, она все шутит. Логично. Логично. Ну, практично. Вот, все, давайте. Как бы я... Это мы согласны. Я так и представляю. Ну вот смотрите, вы идете у вас, верхняя одежда по
звоночком показываю, как надо. Ой, нашел вообще. Ну ладно. Ну, понятно, все, мы разобрали. Ну что, побольше какой-то ответ. Какой? Полки или перекладины? У нас тут два отсека будет. На потом полочке это. Слева. Ой, справа полочки. Справа полочки, а здесь. А будет здесь перекладины. Да. То есть вот это крыша, да, я понимаю? Крыши не будет. А, крыши? Крыши не будет. Вы под натяжной будете делать? Да. Опять же вопрос у вас возник. Опять набираем. В Яндекс, в Google. Я вас сейчас. Я специально поднимаю, потому что вопрос. Сколько полочек? Ну вот сколько, скажите. Полочек. 60 достаточно полочек? Ну, обычно сколько делать? Как скажете. Мне, наверное. Сейчас мы сколько еще. Можно даже посмотреть. А за сколько? На 70. Вот смотрите, вы. Вот давайте так вот. У вас эти круглые полочки вы как считаете? Достаточно, Александр. Вот столько, да? Да, вот подключатель. По 30 достаточно. В принципе, я их делаю всегда 200. Ну, 200, а выключатель как? Я имею в виду. Да, вот так. Этот выключатель, мы подальше сюда не будем. Не будем. Будем сказать, красивый окольник. Не надо вам ничего лишнего. Вы сделаете код, вот. Вот делаю линию. 260. Да, чтобы вот так вот стало. Белая полка, вот смотрите, дальше пошли. А, это белый, да. Да, вот смотрите. 16 цветов. Вот смотрите, если полку качество, вот это на верхнюю одежду. Это уже 60, ну большая полка. Да, достаточно, да. Вот это подвесные подсвечи. Остальное подсвечи. Да, ну все, давайте. Что, достаточно для полочки? Или большие? А вот там вот еще. Не, ну а маленький тоже ни к чему. Ну, я хотела просто под постельное белье здесь. Мне не хватает вас. Вот эти, вот это шарики. Ну, такие надо. Такие же, да? Не, я приду к полу. Вот они, ваши круглые полочки. Вот они, видишь? Вот сколько полок? Ну, вот, смотрите, вот здесь 57. Вот, столько же, там 600. Да, вот такие нам 3. Вот, можно так же. 3 такие и остальные полочки. Тоже, чтобы они были не на полу, а вот так. Блин, вот эти я не делаю ящики. А, вы подвижные. Подвижные ящики я не делаю. А потому что. Потому что они продаются в магазине. А, в смысле, сетка мне его не интересует. Мне их делать несподручно. Да? Это все делается на фабрике. У меня же все это делается в гараже. Нет, я понимаю. А это все. Ну, вам принципиально вот эти ящики? Ну, как бы белье сделано туда. Вот, нет, белье, вот белье тут лежит, например, ну и что. Ну, ладно. Давайте без ящиков. Оно и вам дешевле, и мне меньше где-то. Ну, мы их потом можем сказать. Нет, вы потом можете их заказать, или даже вы можете их купить. Просто купить мы их туда раз и прикрутить. Ну, давайте. Или я куплю. Ну, давайте, они могут быть другого цвета. Сами мы все сделаем, да. 50. Это дополнительные же продаются, мы даже до другие можем. Да. 57 достаточно тебе будет. 60. Все, 60. Одно 600 сделаем. Ну, а ящики идут на 100, да? Ну, лучше их сразу купить. До нашего. А вы когда собираетесь вообще ехать? Когда-нибудь. Ну, когда-нибудь вы можете на 600 тоже их поискать. Если чуть меньше, тоже можно. Нам чем быстрее шкаф, тем лучше. Давайте. Вот смотри, вот у вас шкаф будет. Вы уже сюда можете все сложить, что вы планируете. И белье, перепыли. Но если вы сюда заходите в ящики, вы тоже можете их как-то... Ну, как бы варианты есть. Просто если я хочу делать, это мне как бы надо новое оборудование покупать, новые станки. Не перейти ни к чему. Мне легче вам вот сделать пришивку. Полочку. Да, нам тоже. Давайте. Мы ящики, мы их прикрутим. Так, 600 получается, это у тебя полочка будет. И плюс еще толщина стены, да? Вот, а остальное получается, грубо говоря, 90 копейками. 90. Вот ты еще считай, там же еще вот эти вот. Я считаю, по 60 они стенки идут. А это вам ни к чему. Зачем мне голову все измерять? 1810. 1260. И немножко оно даже, вот это видели шкаф? Вот вы посмотрели, а его и не видно. Там зеркало, оно как бы заехало. Вот там пространство. Как бы
расширяет пространство в вашей маленькой комнатке, визуально расширяется пространство. Вот и все. Я вам еще... Вы что, хотите денег экономить на этом шкафу? Я знаю, что вы все экономите, поэтому я вот я ящик уже включил, вас уже экономят. И теперь я спрашиваю, например, с двумя зеркалами у вас этот шкаф будет, а цвет какой у вас? Ну вот как белый дуб. Ой, молочный дуб и венге, ну комбинированный. Какой дуб молочный, если у вас два зеркала будет? Это вы тут двери наделали, дуб молочный? Вы хотите венге, да? Нет. Что, вам нравятся венге? Я думаю, наверное, тогда светлый, наверное, да? Вот у вас одна боковина будет и все. Да, да. Здесь, в этом шкафе. Я не знаю, вам черноты, мне кажется, хватит уже. Вот у вас чернота. Давайте свет. Ну, согласен. Вот у вас, вот беленькая мне тоже нравится. Зачем чернота? Черноты, вон, хватит вам, ночь наступила, вот и чернота. А беленькая это вот веселее. Давайте беленое дерево или дуб молочный, да, типа? Да. Дуб типа такого. Да. Молочный дуб? Дуб молочный, ну, я вам потом покажу еще. Дуб. А вот он же есть. Он обзывается. Дуб молочный, а есть еще беленое дерево, как ваши обои, вот такое светленькое. Такое тоже светленькое. Дерево беленое. Ну, оно холодный цвет получается. Вот как обои такое же. Беленое дерево, вот у вас оно тут, у вас как бы вот стиль-то, я вижу такой. У вас mm-hmm. белое с черным, такой контраст. Ну, да, да. Контрастик такой. Вот ну, да, ну, вы нам покажете, да? Да, я вам потом покажу. Или беленое дерево. Ну, это не тоже, я считаю, для вашего вот этого стиля не принципиально. Или тут молочное беленое дерево. Вот тут молочное, а вот обои беленое дерево. Они даже не мало чем отличаются. Там, видишь, белого побольше, а тут желтого побольше. Вот и вся разница. Беленое дерево. Так, это мы исключили. Вот смотри, мы все исключили. Так, тут два зеркала. Зеркало. А вот смотрите, я вам просто цену говорю, чтобы вы могли сориентироваться. Ваш шкаф стоит 18 тысяч. Зеркалами. Да? Зеркалами все с установкой. Согласны. Так, а что насчет штанги? Вот одна штанга, да, будет? А, больше не влезет сюда. А вы что хотите? А, вы нет, 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 два яруса. Ну, обычно вот, вот так вот бывает, потом вот так и еще одна вот так, чтобы под платье было и под рубашки. А у вас тут где? У вас мало места. Вы что там ходите еще вот так, вот так, вот так, и вот там у вас это, дворцы, катакомбы. Да, да, а можно еще тогда полочку нижнюю сделать? Конечно, можно. Я думаю, это будет, это что, наш? Это ваш нет, ваш? Ну давайте проектируйте, что вы там, давайте. Все, ваши слова фиксируются. А сверху тоже будет полка, да, понимаю? Так там нарисовал же. Там две полки. И какая длина будет от штанги до низа? Стандартная. 1640. Ой, 1800. Ой, я же вам сказал, я сейчас прыгаю, как мерю. Давайте. Не буду, а понадобится прыгать. Да. А я вам что сказал? Я что? 1800 я вам сказал. Да, вы сказали 1800. 2625. А тут... Самый голосистый помощник. Все есть. Можете зайти, знаете как зайти, меня найти-то в этом? ВКонтакте? Да, ВКонтакте. Да нормально. Не надо больше. Проверяем уровень пола.
действительно пол заваливает. Вот именно полностью. Действительно, пол завален. На 400 миллиметров мы видим уже 4 миллиметра. А тут уже 4, если на наберется, на всей длине будет 20 миллиметров. Все, мы видим, мы сделаем клинышек. Пол у нас вот такой вот. Этот ламинат, это или это ламинат, дуб молочный вот это. Или даже он похож больше. Он больше похож на дуб молочный. Ну, как? Да. Ну, ламинат это свои названия. Ну, а у нас вот ДСП другие названия. Вот и все. Тут у нас было 650. Так, цена у нас 18 тысяч рублей. Это я карандашом пишу на бумаге. Это не деньги, это не наличные деньги. Это я еще не деньги пока. А я им объясняю, потому что они не понимают. Вы тоже заложили? Что-то вы так это отвернулись. Так, ну и что, вы вот говорили мне быстрее, ну и что? Какой сегодня день недели? Не то, что быстрее, но я сказал, чем быстрее, тем лучше. Нет, да я говорю, это сегодня какой день недели? Среда. Ну все, это, если деньги есть, давайте деньги, я завтра начинаю работать. И все. Где 50% надо? Вот эти вот, какое-то. Вот, да, вот, в фурнитур такая. А какую? Ну, включайте Google, включайте. Там все, у меня все надо. Да нет, нам все, мы знаем, ну, какие какой, они. Нам цвет самое главное. Ну какой цвет, да? Вот такой нравится, я вижу. Серебро у вас. Не, я серебро не хочу. А есть вот как вот в коридоре, допустим, такие же золотые? А, есть, пожалуйста, давай такие сделаем. Золото, профиль золота, без проблем. Я-то думал, вот, видишь. А он тут всякий нарушил. Нет, профиль золота, это без проблем. Это все одна и та же цена, а цвет только разный. Это. Профиль золота. Так, что это у нас за озерное? Озерное. 6 центов денег мне надо, и я начинаю работать, и... Я вам кусочек покажу, и все. Нет, так вы можете это... Да ради бога, я вам просто говорю, я вам предлагаю, а вы уже... Ваше дело или соглашаться, или назначать какие-то дни там, или сроки, я не знаю, как хотите. Вот. На карту. У вас мобильный банк подключен? Телефону не подключен? А что, сэкономили 65 рублей? Да нет, просто не доходит ручки. А он же сам предлагает это, подключить в мобильный банк. Проще с ребенком гуляешь, меня. Ну давайте, снимайте деньги, звоните, вот вам проект, что? А вы завтра тогда... А я завтра приду, образцы вам принесу. И тогда завтра тогда... Денежки. А вы скажите, во сколько вы сможете подойти, чтобы мы были... Любое время, когда вы сможете. Я работаю. Вам с утра съездит, снимет. Нет, я говорю, звоните, договариваемся, и начинаем работать. Я вообще думал, что сегодня какой-то или суббота, или что, думал, на выходные мы пойдем. Если мы попадаем на рабочий день, то надо работать. А если тогда с утра, в смысле, утром, чтобы мы успели... Ради бога, делайте, с утра звоните, да, все.